Ветераны сегодня, безусловно, в центре внимания. Несмотря на эпидемию, День Победы для них по-прежнему главный праздник. Вместе с теплыми словами они получают подарки. Вот такие вкусные презенты приготовили активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры Победы. Каждому ветерану огромная коробка, в ней красная икра и всевозможные сладости. В списке ОНФ 95 человек со всей Хакасии. Волонтеры Победы стали в какой-то степени и почтальонами. Они доставляют письма, которые фронтовикам написали дети. В них теплые пожелания и слова благодарности. Один из адресатов – Надежда Григорьева Антипина. Фронтовая медсестра спасла сотни советских солдат. Победу встретила в польском городе Люблин кавалера Ордена Славы. Сейчас ей 94 год, но в столь почтенном возрасте Надежда Григорьевна полна сил и не теряет бодрости духа. Я бы могла сказать, чтобы все было в мире спокойно, чтобы уважали друг друга. И тогда будем жить здорово. А настроение у меня всегда бодрое. Вот я переживаю только, что на дачу не могу поехать. В автобусе запретили внуки, а сами не везут. А так все хорошо.